Нагадаємо усім нашим глядачам, що як завжди о цій годині зустрічаємося з нашими гостями. Одразу хочеться перепросити за невеличкі технічні нюанси. Ми обов'язково їх ліквідуємо, щоправда, трохи згодом. Ну а нині... Так, це нормально. В будь-якому випадку, саме головне, що в нашу студію прийшли наші гості. Замечательные музыканты, а какой музыкант не хотел бы сыграть вживую? С этим мы как раз сейчас и поборемся, но самое время представить наших гостей. Отже, у всех наших глядачів із задоволенням самого ранку хочеться познайомити із хлопцем, з яким воно особисто ми знаємо вже досить давно. Переконана, що і деяка частина з вас, зокрема та, що не байдужа до театрального мистецтва, так само його знає. Сьогодні дізнаємося про нього як про людину, яка реалізувала себе в музичному амплуа. Отже, Юлія Гаврилова у нас сьогодні в гостях. Юлія сьогодні не один, Юлія сьогодні із своїм партнером, з гітаристом Олександром Мільніце. Доброго ранку, хлопці. Доброго ранку. І сьогодні ми презентуємо проект «Тмін». Це проект новий, дехто про нього вже чув, решта почує вже сьогодні. Розкажи, як давно він існує, чому ви вирішили разом працювати? Ну, в общем-то, проект существует приблизительно около полугода, и, в общем-то, наверное, сейчас будет одно из его первых выступлений, на самом деле. Потому что вот эти полгода мы готовили программу, решили вместе работать просто потому, что мне, например, очень нравится, как играет Саша. Он играет в очень необычной манере. Ну, а мне тоже, как мне показалось, пришла пора реализовываться уже в вокальном смысле. Вот. И мы подумали, что, наверное, вот такие... Мы кавер-команда, сразу говорю. И мы подумали, что подобных кавер-команд в Запорожье нет, которые основываются только на гитаре и только на голосе. И выбрали, старались выбирать материалы, песни, которые, в принципе, наверное, всем известны, но другими командами не так затасканы. Да и вообще, в принципе, эти песни, несмотря на то, что на слуху, они являются вот такими вот хитами, которые уже немножечко всем надоели. Ну, про твои вокальные таланты мы все знаем. Для Саши это первый опыт работы в команде? Чи уже в каких-то командах раньше играли? Да. Самые первые рок-клубы, ну, одни из первых, это группа «Школа танцев». Потім там различні, там театр, ну де тільки я не грав. І от тепер, власне, з Юлієм вдвох. Кавер-команда, взагалі, ти вже сам правильно сказав, дуже популярна зараз ця тема. Є і цілі бенди, і дуети, і соло-виконавці. Власне, це кавери, які, так би мовити, виконуються в нуль. Чи все ж таки якісь аранжування, якісь там свої штуки, якась обробка ваша є? На самом деле мы как раз стараемся максимально избегать того, чтобы это были кавера, похожие на оригинал. Хотя в чем-то, конечно, мы стараемся донести узнаваемость песни, да, чтобы все-таки был какой-то момент, чтобы люди, если вдруг не знают песню, ну хотя бы вдруг узнали до исполнителя, может быть. То есть все зависит от конкретной песни, все зависит от того, как мы ее аранжируем. В любом случае, если вы понимаете, что мы делаем переложение для гитары, естественно, оно же будет звучать абсолютно по-другому. Совершенно по-другому, потому что вот часто музыканты приходят к нам в студии, и мы начинаем спорить по поводу каверы, трибьюта, и у всех какая-то путаница в голове. Кто говорит, что нужно петь в ноль не хуже, чем оригинал, кто говорит, что нужно привносить свои краски. Но учитывая ваш тандем, я думаю, будет это звучать совершенно по-другому. В своем выборе песен вы вот на что опирались? Ты сказал, что, в принципе, хотелось брать какие-то незатасканные песни. Да, мы опирались как раз на песни, которые ну, наверняка на слуху у большинства людей. Угу. Вот, но, скажем так, по радио каждый день не звучат. Вот, хотя вот я и больше... дарма. Да, скорее всего. Но, с другой стороны, может быть, это и к лучшему, потому что мы можем им дать вторую жизнь совершенно вот невожиданной аранжировке. И сделать так, чтобы это было приятно на слух. И вот наша основная цель, наверное, даже если вдруг какой-то человек этих песен не слышал, чтобы он их захотел потом найти и послушать. Ну, краще одного разу почути, власне, як це виглядає, одного разу побачити, аніж 100 разів почути про музику. Я думаю, сьогодні... що ми якраз зробимо небольшую паузу, немножко зробимо небольшой чек для того, щоб во всій красі показати ті кавери, які підготовили наші гості. Зробимо небольшую також музикальну паузу, після чого повернемося и к Юлю, и к Александру побеседуем еще на тему творчества и как реализоваться как артисту в Запорожье. Ну а пока что музыкальная пауза. Это была Кристина Скуча, а у нас у студии не сегодня скуча, кавер... Кристина Скуча. Скуча. Ага. А это, власне, в нашей студии сегодня кавер-дуэт «Тмін» с презентацией своего проекта. И, до речі, сегодня встречаемся не дарма, потому что запрошуємо всех на концерт. Який саме и где он будет відбуватися, про это поговорим позже. Зараз, Юлік, давай, зрештою, порадуємо наших глядачів музикою. Ми уже обещали показать, как мають звучати кавер-версії в вашому виконанні, тож you're welcome. З удовольствием, поїхали. When you're right.
softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love? How deep is your love? I really need to learn. Cause we're living out of all our fools. Breaking is down when the ocean let us be. We belong to you and me. I believe in you. You know how to talk to my bare soul. You're the light in my deepest, darkest heart. You're my savior when I'm a fool. And you might not think I care for you, when you know down inside, and I really do. And it's me you need to show. How deep is your love? How deep is your love? I really need to learn. Cause we're all living in a world of fools. Breaking is down. We belong to let us be. We belong to you and me. And you might not think I care for you, when you know down inside, and I really do. And it's me you need to show. How deep is your love? How deep is your love? I really need to learn. Cause we're living in a world of fools. Breaking is down in the you let us be. We belong to you and me. So how deep is your love? How deep is your love? So how deep is your love? How deep is your love? Вот так. Take that, рыдають просто. Ну вот вспомнили, да, оригинал, как звучал этот трек. Полгода ты уже рассказывал, что прошло время, как вы собрались и решили делать вот такой свой кавер-бенд. Где-то уже успели презентовать, ну хотя бы в узком кругу своих знакомых, тот материал, который будет звучать в ближайшем концерте? На самом деле материал мы, в принципе, держали в строжайшей тайне, именно для того, чтобы он не распространился среди очень тесного круга музыкантов в Запорожье. Они все друг друга знают, и мы решили как бы немножечко не презентовать его. Интригу, да? Да, мы решили, что вот, собственно, первый основное выступление будет, собственно, на этом концерте нашем совместном. И я хочу сказать всем зрителям, что это будет не только концерт нашей группы «Тмин», а также будет присутствовать... А вот давай тут тянуть интригу, хорошо, потому что да, это следующие гости в нашем эфире. Они сами о себе расскажут намного лучше, чем я, и споют, кстати, уже свою авторскую музыку, которая тоже очень здоровская и приятная. Ну, и тим не менш, хоча в дуже суворій таємниці ми тримаємо ваш репертуар, зрештою, ну, бодай щось можемо сказати про те, до яких виконавців, яких музикантів ви тяжієте? Смотрите, на самом деле у нас очень-очень разношерстная программа. Это может быть уже звучавший Take That, это может быть Брайан Адамс, это может быть даже Оззи Осборн. У нас есть две песни из его репертуара. Вот. Так что у нас весьма разношерстная публика собралась в плане как раз репертуара. Все эти песни, которые ты, в принципе, озвучил, это ну, изначально мужской вокал. Но очень часто кавер-бенды прибегают к такому приему, да, когда вокалистки поют мужские песни, и они звучат иначе. И наоборот, когда... Ну вот сегодня действительно у нас очень много песен как раз спетых женщинами. Они как... Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Мы не брали. Для этого есть другие исполнители. Я чому, до речі, згадала, речі тому, що наш спільний знайомий, також запорізький музикант,
Артем Луценко, який не так давно був у нас у студії, якраз здивував нас своїм виконанням цієї пісні. От я, чесно кажучи, навіть була шокована тим, як от суто жіноча композиція може звучати у чоловічому виконанні. Твій вокальний діапазон, наскільки я розумію, також дозволяє подібні експерименти. На самом деле, діло не в діапазоні, а в тому, що можна любу пісню перетранспонувати в удобну тональність. От і все. І у мене є спеціально для того чоловік. Ну, ми взагалі тобі не сумнівалися жодного разу. Кстати, я перебью насчет женских песен, как раз вот сегодня вы ее услышите, и ты сразу поймешь, почему именно для тебя это будет большим сюрпризом. О, слухай, я дуже люблю сюрпризы, але потягнемо інтригу, зрештою, для наших глядачів. Почуємо ще одну пісню у виконанні групи Тміна, також розкажемо, зрештою, де, коли та за яких обставин буде відбуватися їх дебютний концерт. Проте встигаємо подивитися нашу улюблену рубрику, а також, до речі, нагадати номер студії 213-46-24. Якщо маєте питання, телефонуйте. Презентуем сегодня запорожцам отличный кавер-бенд, кавер-проект, который собирается удивить уже в ближайшее время всех запорожцев иным прочтением уже известных песен. Коллектив Тмин у нас в гостях. Итак, все же о ближайшем концерте. Когда это будет, что это будет и в каком виде это стоит употреблять? Это будет очень скоро, буквально вот в эту субботу. Хочу сразу сказать, что шаббат мы не нарушаем, потому что это будет 8 вечера. В прекрасном заведении под названием «Седьмой док». Все концерты у нас відбуваються. Конечно, «Седьмой док» – это, собственно, родина многих групп, которые, собственно, наверняка там начали там свое творчество. Вот. Так что приходите, всех ждем. Будем надеяться, что наша лирическая программа вам очень понравится. Будет тепло, комфортно, уютно, романтично, душевно. И мы сделаем все для того, чтобы вы не пожалели, что пришли. Все, час сюрпризов. Конечно. А эту песню я посвящаю Ане. Я думаю, сейчас она поймет, почему. Поехали. Дякую. To his face, if you are blessed with him in all his glory, what would you ask if you had just one question? And yeah, yeah, God is great, yeah, yeah, God is good, yeah. What will look like and what you wanna see? If sin made it, you will have to believe in things like heaven and Jesus and the saints and all the prophets. Yeah, yeah, God is great. Yeah, yeah, God is good. Yeah, yeah, yeah. To heaven all alone, nobody calling on the phone, said for the Pope may be in God is good, yeah.
his way home. Trying to make his way home. Like a holy rolling stone. Back up to heaven all alone. Just trying to make his way home. Посвящению Анна переведет дух. Действительно замечательная композиция. Напомню, что Юрий Гаврилов и Александр Бяльница были у нас сегодня в гостях, просыпались вместе. И вот та обстановка, которая сегодня царила в студии, говорит о том, что в предстоящем концерте будет все хорошо, добро, по-домашнему, с такими посиделками. Но о том, какой еще музыкальный коллектив и какой сюрприз будет на этом вечере, вы обязательно узнаете чуть позже. А пока что кавер-бенд Мин. Спасибо большое. Всем телезрителям доброе утро. Прервемся на нашу кулинарную рубрику, после чего мы уже готовы встречать следующих гостей. Приходите на концерт. Пока. Проходите на концерт. Зараз дізнаємося, як робити ті чи інші речі абсолютно елементарно. Розкаже про це Дмитро Шендрік. Не перемикайтеся. Номер студії 213-46-24. Телефонуйте.